Не стримил я несколько месяцев, если не больше. Не вижу я своего стрима в списке онлайн. Ну да бог с ним. Нет, так нет. Слышно? Надо проверить. Да, вроде слышно. Значит, это 8 часов утра, суббота. У меня сейчас вечер. Кем бы сыграть? Переключаться на оружие я не хочу. На спеллы тоже. Значит, надо что-то универсальное. Либо арчер, либо монах, либо посох, либо топор. Топор. Да, пусть будет берсерк. Так, цель побить рекорд, пройти дальше 5 уровня. Значит, как его назвать? Попытка номер 5. Как у Виагры песня была. Номер 5. Почему мне доступно? А, я ж под читами. Зараза. Так, ладно. Надо уйти из режима разработчика. Мать твоя. Ух ты, постримил. Интересно, а что я выложил в релиз? Господи, боже, только я бы не выложил под читами версию. Нет, вроде... Так, это видно, что я делаю? Не, не видно, окей. Вам не надо видеть, что я делаю сейчас. Так. Ну да. Вспомнил, не, нормально. В релиз все ушло по делу. Это просто я уже дальше разработкой занимался. Так. Вернемся. Сингл Iron Man. Окей. Okay. Очень громко. Кстати, надо как-то поменять вот это, чтобы начиналось потише. Greetings! I don't have a spell ready.
Ну, поехали. Карты в городе нет. Please. The sanctity of this place has been fouled. Все тянет мне сохраниться, я привык сохраняться. Вообще, как игрок, я просто ненавижу режим Айронмена. Это вот... Просто ненавистный мне режим. Он... Я как бы вот лично сам ненавижу все, что олицетворяет этот режим. Сейчас помру. Какой пятый уровень? Тут первый-то не пройти. Я люблю сохраняться, фармить и так далее, а тут надо как бы вот без права на ошибку. Давай, тормоз. Пипец ты, конечно. Меткость у него та еще. Так, Air Dungeons, это то, куда я не пойду. Так вот, так как я не люблю этот режим, то я в него и не играю. Сейчас просто я не знаю, чем себя занять. Я сегодня посмотрел старенький, хороший фильм. Я люблю все, что касается там зимы, холодов, вот такие фильмы. Вчера смотрел «Нечто» 82 года. Увидел несколько новых моментов в этом фильме. Сегодня я смотрел «Скалолаз». 93 года со Сталлоне. В принципе, кино уже, можно сказать, старое. Когда я его первый раз смотрел, мне было лет 11, наверное. Я еще тогда в Грозном жил, и запомнилось мне это. Тогда вся жизнь была впереди. Или 12 мне было, не помню. Помню, смотрел зимой, и мне было что-то как-то жарко, я вышел. На улицу, и... Там была куча снега, и мне было так жарко, что мне захотелось в этот снег прыгнуть. И я пошел так руками, залез в сугроб. Там снега выпадает много зимой, особо не холодно, но вот снегом покрывает все толстой такой шубой, снега все. Я помню, когда так руки туда окунал в снег, и мне было хорошо, охлаждался зимой. Кучки немножко поставил, скачивается, но смотреть особо ничего не хочется. Пока. Как бы один фильм в день, по-моему, нормально. Музыкальная пауза. Вопрос, как мне это животное вкачивать? Ну, наверное, в какую метку пойду. Так, и куда я вообще сошел?
Заговорился и уже забыл, где играю, что, куда. А полкарты вычитал. Я еще замечал, когда игра сложная, то тебе некогда что-то думать и так далее. Не получается на автоматике играть. А когда игра не напрягает, ты что-то думаешь там о своем о девичьем. И даже не замечаешь, как играешь. Так, на... Все идет на уровне спинного мозга. Сегодня я проснулся с утра, где-то 8 вечера, это уже вчера было. Что-то за час столько всего сделал, непонятно, тут-то как-то тоже, вот буквально, сам не понимаю, что творю. Несколько таких пунктов закрыл для себя, как гештальтов, давно хотелось сделать кое-что для мода. Это, в феврале новые квестовые локации я добавил, и они подняли порог по XP. То есть игрок стал больше набирать за одно прохождение XP. Я это скомпенсировал сейчас. В квестовых локациях в основном сейчас не плюс 50, а плюс 25% XP. Не то чтобы это полностью скомпенсировал, но хотя бы частично. То есть 9 квестов добавлено новых, все с локациями, и там еще добавлен 2 уровня расширен квест Аркана, это доспех Аркена. Дал я доступ в квестовые локации. Да. Раньше нельзя было ходить в Аркане, так что это экспус компенсировал. Что уники там, которые слишком магию разгоняли в процентах. Чуть подпричесал. Остальное не помню даже. Чего там было сделано? Так, наверное, надо... Блин, далеко ее качать, это... Магия, ну да фиг с ним. Пущай будет. Так. Если бы кто писал, я бы сейчас, конечно, поговорил, или ответил на парочку, тройку вопросов. Ну, в 8 утра в субботу кто будет смотреть? Конечно, никто. Но, надежда... Ну, не только надежда, но, я думаю, ставка на то, что, в общем-то, просмотры будут на Ютубе. Я люблю Ютуб, в отличие от Твича, потому что там остается то, что ты сделал. Есть долгоиграющий эффект. А я люблю инвестировать в такие вещи, я не люблю вот прям вот... Если бы я был музыкантом, я бы не давал концерты и так далее, я бы записывал там, вот это все делал, делал бы всю ставку на вот записи, распространение записи и так далее. Никаких этих живых концертов этого и не делал бы. Так же и с играми у меня, во всем так. Я все делаю, всю ставку на пассивные. Даже здесь вот все эти перки, синергии, это все пассивные бонусы. Мне очень не нравились Diablo эти активные эффекты, скиллы.
Потому что надо выбирать в единый момент времени, ты можешь либо одно, либо другое использовать. Только одно. А здесь все работает пассивно, и оно кумулятивно. Мне такое очень нравится. Я такое люблю вообще. В заработке денег, в личной жизни, в играх, в дизайне. Мне этот подход кажется более мудрым и эффективным. Куда-то перк вкинуть. И походу это будет, наверное, меткость. И вообще мне не нравится этот звук топора, он как будто бревном машет, а не топором. Привет, бывший мой. Чё? Как тут? А, здесь уник какой-то. А, вот этот имбовый уник, который тоже причесать не мешал его. Что это написал? Там красным текстом был, что-то ломает, что ли? А, ну да. Да хрен с тобой. Ломайся. С другой стороны, раньше этот звук топора был еще хуже. Так, ну что, что там такое? Какой я молодец, я все-таки это уже подрезал. Там же-то плюс 50 силы процентов было. Ну ладно, пойдет. Или что там вообще? 4 ДВЕ? Мать его. Нет, пока не пойдет. Тоже какая-то ерунда. О! А вот это мне нравится. Не мешало бы это... Ну ладно. Блин, как лицо подпирать, если у тебя микрофон тут неудобно. Вообще, у меня есть теория, почему я где-то в районе 5 уровня сливал несколько раз. Это потому, что мне так надоедало,
что уже было пофиг, и я буквально уже фокус внимания мне терялся. И мне просто было лень тащить, и как-то все само собой к этому складывалось все. Вообще, когда я играл Iron Man в Diablo 1, я играл лучницей. Там надо играть в режиме мультиплеера. Я это играл в 2007 году. Я дошел вот так вот лучницей. Она там называется Рога. Я до пещер дошел до 10 уровня. Там лава лорда замочили. Это в принципе... Там, я считаю, все-таки тяжелее, чем здесь играть. Нет только компенсирующих механик. Поэтому, если вот по чесноку брать, то, конечно, я не до 5 уровня дохожу. Не то, что у меня там какой-то скилл. Но он не настолько ужасен. Так. Где? Где-то здесь. Да и дрянкишка. То есть... тут так по кругу уровень, ага. Интересно. Так, здесь у нас бобик. Ну, пока не опознал. А, ну да, я думал, кто там один монстр, а это Бучер. Да, логично. Так. Ну, пошли, Сети, уж это... Подожди, что у меня тут за шапочка? А, это бестолковка, которую я купил в городе. По голове себе постучи. Мешок с трухой. Просто при жизни тоже такие были, наверное, да? Okay.
Бьем рекорды. Это все из-за того, что вот лень просто руку убрать из-под головы и положить на клавишу, чтобы жать. Лень. Из-за лени я умираю. Вот оно что. Можно было бы новую катку начать, но делать этого я, конечно, не буду. Пусть это будет очередное позорище и провал. Пофиг. Ну все, дальше я не хочу играть. Вот что мне раздражает в этом режиме, только то, что... Обычно я так скажу, прикольно, загружу и дальше положу таки свои грабли на эти цифры и буду пить по мере надобности бутылки. А тут, ну вот не сделал я этого. И все, начинай сначала. Но нет, хрен в стакан. Начинать сначала мне не хочется. Поэтому вот такие пирожки с котятами. Вот и сказочки конец. А кто слушал, тот потратил время зря. А может, ты используй правила, кто его знает.